Коронавирус был официально объявлен всемирной пандемией, и многие во всем мире ищут руководство. Как мусульманам, есть несколько вещей, которые нам нужно иметь в виду, когда мы готовимся к тому, что может произойти. Во-первых, не паникуйте. Паника только усилит страхи и снизит нашу способность эффективно реагировать на ситуацию. На самом деле мы видели множество случаев, когда паника приносила больше вреда, чем пользы, когда люди опустошают полки в супермаркетах и скупают все товары для себя. Эти действия являются не только очень эгоистичными, но и считаются греховными в исламе. Будьте готовыми. Хотя и важно избегать паники, это, однако, не означает, что мы не должны предпринимать необходимые меры предосторожности. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас, что, по сути, напоминает нам о необходимости принимать необходимые меры и в то же время полностью уповать на Аллаха. Как мусульмане, мы должны соблюдать необходимые меры предосторожности и следовать рекомендациям медицинских работников.